Музей милиции и полиции в Петушках временно переехал в районный центр культуры и искусств, чтобы стать более доступным для детей и взрослых. Уникальные экспонаты, которые собирались десятки лет. Старая милицейская форма, черно-белые фотографии, головные уборы, настоящая казачья шашка, гранатомет, чемоданчик криминального эксперта и многое-многое другое. Все это можно не только увидеть, но и потрогать, а еще услышать интересный рассказ от хранительницы музея Веры Николаевны. Эта выставка действительно имеет успех, потому что она очень тесно связана с теми, кто жил, живет, работает в полиции. Очень много родственников приходит сюда. Приходят дети разных возрастов. Им тоже интересна сама профессия. Взрослым интересно увидеть своих знакомых. У нас приходило несколько человек, которые... с трепетом смотрели альбомы, старые альбомы, и фотографировали своих родственников. У них, как оказалось, не было этих фотографий. Экспозиция музея ОМВД в районном центре культуры и искусств в Петушках – это первый пробный проект. И уже сейчас можно с уверенностью сказать, что эксперимент удался. Экспозиция интересна всем, но самое главное – музей постоянно пополняется новыми экспонатами. Сейчас их уже более 1000. Музей был создан 10 лет назад. Это уникальное такое образование. Он находится прямо в здании РУВД, постоянная его экспозиция. Вот там немножко мало места, и поэтому здесь мы приняли решение, я принял решение о том, чтобы перенести его сюда на месяц вот перед столетием со дня образования советской милиции. Мы, ветераны, видим создание безукоризненно положительного образа сотрудника полиции, потому что только такие люди должны сейчас служить. Не корыстные, защищающие отечество, защищающие людей. Другим там делать нечего. Во время переезда музей пополнился 40 новыми экспонатами. Их приносят ветераны, бывшие сотрудники полиции и простые жители Петушков. И, как отмечают организаторы, это уже не только музей милиции и полиции, это история нашей страны. Борис Пучков, Александр Горшков, Губерния 33.